Вот 100% или ютубер, или кто-нибудь миллионер какой-нибудь. Вот зуб даю. Спасибо, Дедушка Мороз, спасибо. Поставляй скин, за сколько хочешь голды, я за сколько хочу голды. Ты что, там банк ограбил? Я буду с меня хватить голдишки. Я вам отвечаю, походу, зря я кинул еле донатик. Существует, настоящий. Опа, смотрите, смотрите, он в шоке. Всем привет, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня, в этот замечательный передновогодний день, я хотел бы совершить небольшое чудо. А именно, я буду дарить абсолютно всем стримерам то количество голдишки, какое они захотят. Сегодня мы будем у RTX, сегодня мы будем у Вели, сегодня мы будем у Стакила, у абсолютно всех топовых ютуберов. Это будет нереально крутое видео. Также залетим к начинающим ютуберам, поэтому, ребята, обязательно прожмите лайкусик. Кстати, да, сколько лайков вы наберете, сколько голдишки я вам подарю. Потом прямо сейчас прожимайте лайк и в комментариях пишите ваше ID. И не забывайте про подписочку. Ну что же, а мы начинаем! И первый стример, которого я хотел бы порадовать, это Стакил. У него немного зрителей, 120, и я уже подготовил ему донат. Мой ник Дедушка Мороз. Поздравляю тебя с наступающим Новым Годом. Выставь скин, за сколько ты считаешь нужным, я куплю. Ну что же, погнали ему отправлять донат! Вот, мой донат пришел! Поздравляю тебя с наступающим Новым Годом. Привет. Выстави скин, за сколько ты считаешь нужным. Я куплю. Опа-па-па-па! Поздравляю тебя с наступающим Новым Годом. Выстави скин, за сколько ты считаешь нужным. Давай, братик! Это будет весело! Мороз, спасибо большое! Ребят, за сколько выставить? За 1 лям? Да не! Мне Дедушку Мороза залкал, он будет потом без почки ходить. Так, а ну-ка смотрим. 1К, 5К, миллион, 1 миллиард. Парни, вы чё, какой миллиард? За сколько он выставит, как думаете? Выставь скин за сколько хочешь, я куплю. 300К, да вы чё, откуда? Давайте, блин, я не знаю, я просто боюсь слишком наглым показаться. Ничего! Стакил, братанчик, ты чего? Братик, очень приятно. Честно, спасибо большое. Кстати, я в него топ-5 за стрим. Чекайте. За 5 выставим. Ну, 5 это прям очень много, если честно. Ну чё, ребят, покупаем за 5К? Я так подумал, давайте, чтобы было веселее. Я куплю твой скин за 5К, блин! 5К, забыла! Ну, тебе надо прочитать новогодний стишок. Отправляй ему донатик, и ща будем слушать, как же он его прочитает. Я куплю твой скин, но тебе надо прочитать новогодний стишок. Давай, братик. Новогодний стишок. Только не вырежь ни стишка, не знаешь, мужик. Я же твой скин почти налистал. Зима обходит всю планету и бродит... Чё за фигня? Он с интернета читает! С Новым годом! Он с интернета читает! И удача стучаться в каждый дом. Быть не должно иначе в году, который ждем. Не прочитал. Наизусть знал. Да прочитал! Он врет, уже читал! Так, давай еще раз ему скажем. Ты прочитал. Спой хотя бы новогоднюю песенку. Кинул донат. О-о-о! Ты прочитал. Я не читал. Спой прочитал! Песенку. Merry Christmas, Merry Merry Christmas. Блин, он даже слово песни забыл. Блин, он из песни только 2 слова знает. Merry Christmas. Давайте мы напишем. 5 много, но 2,5 за старание дадим. На 5000 хлопок стишок прочитал и пропел. Let's go! 2500, это вот так вот! Дедушка Мороз, люблю тебя! Ну чё, братва, прямо сейчас, кем ты, ПК? В роли Дедушки Мороза, 2500, дзынь! Все, купил, 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 написано продано, видите? Продано, все, купил, порадовал молодого, смотрим на реакцию Стакила, погнали! А чё он ржёт? Брат, ты ник забыл поменять. А, блин, на туре ник не поменял. Я думаю, вот 100% или ютубер, или кто-нибудь миллионер какой-нибудь. Вот зуб даю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кентуха, а пока. Так, ладно, ребята, ну а мы переходим к ютуберу номер 2. О, ребятки, смотрите, это начинающая стримерша. Я реально хотел бы ее очень сильно порадовать. Давайте прямо сейчас я ей напишу, выставляй скин за сколько хочешь. Куда ты вебку выключила? Вебку включи! Сейчас скам! Дедушка Мороз,
Выставляй скин за сколько хочешь, я куплю с наступающим Новым годом. Ё-моё, блин, Дедушка Мороз, а можно я... Прямо за сколько хочу ты купишь, да? Ну да! Прямо Но так. Тебе надо выполнить будет парочка моих заданий! Не просто же так! И чтобы снимать потом видеоролики, мне надо очень много голдишки. Где же я беру? Где же ее взять? Ответ крайне прост. Это был дропщик, тем более, прямо сейчас там очень крутой ивент. И ты, братья, просто фармишь карамель. И эту карамель можешь менять на топовые скины. Это все бесплатно. Плюс там есть булпасик и куча очень крутых кастиков. Ну что же, а с вырванной башкой ты видишь секретное слово. Ты уводишь и забираешь свой приз. И это все бесплатно. Все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. Ну давайте, я думаю, Сашуня себя хорошо вела в этом году, поэтому Дедушка Мороз может ее порадовать. Самое главное, чтобы Сашунечка не наглела. Ого, у нее инвентарь. Обалдеть, у меня просто минус челюха. Ну давай я поставлю... Так, за сколько? Я вот люблю вот такую вот цифру. А ну-ка, мне же интересно. 444, ой. Точка 44. Без проблем. Какой паттерн? Паттерн 708. 708 паттерн. Все, купил. Ну, Саш, что? Купил. Блин, она не успела зайти посмотреть. Все, давайте я ей напишу. Молодец, ты хорошо себя вела. Я купил этот скин. Не близко была. Молодец, ты хорошо себя вела. Я купил этот скин. А как ты понимать? Молодец, ты хорошо себя... Ну в этом году себя хорошо вела. Спасибо, Дедушка Мороз, спасибо. Ребят, это было бы очень смешно, если бы кинул донат Терсу. Но у Терса просто в описании нет ссылки на донейшн. Давайте я вам просто напишу в чате. Бро, ты хорошо себя вел в этом году, выставляй скин за сколько хочешь. Все, я надеюсь, он заметит мое сообщение. Погнали смотреть на его реакцию. Как раз у него всего лишь 600 голдишки на балике. Я думаю, он должен заметить мое сообщение. Прикиньте, Терс! Терсу дам подарок. Кент, как ты, бро? Кентуха, спасибо огромное, братик. Бро, ты себя хорошо вел в этом году, выставляй скин за сколько хочешь голды, я за сколько хочу голды. Ну ладно, ладно, ладно. Пацаны, первая голдишка от кента пошла сюда, сюда, сюда. Сейчас, братик, сейчас. Что-нибудь такое, знаешь, красивое тебе продам. Блин, я надеюсь, тебе хватит голдишки. Вот, посмотри, братик, посмотри. Имба, брат, пойдет. Я его собирал для себя. Пусть эта арфа тебе принесет в этом новом году, бро, очень много денег и много красивых женщин. Так, брат, ты за сколько продал? Ты еще женщина, я жена! Я не знаю, и поэтому я прошу прощения заранее. Но самое главное, чтобы девушка об этом не знала и не слышала, потому что этот дробовик, скажем так, является некой травой-муровой. Вот. Терс, мужик, ты почем? Выставляй скин просто на рынок. А за сколько? Кентуха, сколько там у тебя денежек, а? Ты что, там банк ограбил? Блин! Ты что, заскамил? Заскамил тик-така? Я боюсь, у меня не хватит голдишки. Ну давай, знаешь как, я тебе чисто его продам на память за 1499, да? Давай. Ну давай. Почти на вот купил. Можно обратить внимание, я все купил. Поэтому будем надеяться, что Терс будет довольным. Кентуха! Опа, Кента пока купил. Кентуха. Хорош, брат. Пользуйся на здоровье. Он сразу купил, сразу. Ты не представляешь, сколько девушек у тебя будет в этом году, бро. Ты даже не представляешь себе. Завидую тебе белой завистью. Ну, короче, Терс очень веселый штрих, поэтому, ребятки, лайк за Терса. Блин, я даже не ожидал. Ладно, погнали дальше, кому еще мы зайдем, сейчас посмотрим. Ну, а прямо сейчас, ребята, будет полный трешничок. Я отправлю донатик Веле. Вам не показалось, и я ему напишу. Веле, ты всем даешь голдишку, а давай и я тебе дам. Выставляй скин, за сколько хочешь, я куплю. Ну что, мужики, кидай донатик Веле. Погнали! Ох, ребята, как же это жестко. Я впервые вообще в истории человечества снимаю какую-либо коллаборацию с Велей. Поэтому, ребятки, за это тоже лайк. Ну че, погнали смотреть на его реакцию. Слушайте, у меня очередь на донаты. Так, он может мой донат просто мискликнуть. Вель, мужик, велясничек. Я же надеюсь, ты мой донатик не мискликнешь. Не, у него, походу, нереально большая очередь. Я вам отвечаю, походу, зря я кинул Вели донатик. У него прям очень большая очередь. Ну ладно, ребята, давайте подожду, когда же мой донат все-таки прогрузится. Потому что, по всей видимости, это будет не скоро. Чего? Вы помните только что вот эту стримершу, которой я давал голдишку? Так вот, Веля прям сейчас ее рейдит.
Я просто в шоке, что происходит? Короче, мой донат не отобразился, но я просто в шоке. Вот прикиньте, какое совпадение. Ладно, все, погнали к следующему стримеру. Ну что же, ребятки, а следующий наш стример это Сёрф. Я с ним снимал видео, монтажер, став приюшечку. И я прямо сейчас кидаю ему донатик. Включи вебку и выставляй скин за сколько хочешь. У него как раз 12 зрителей, то, что нам надо. Идеальный начинающий стример. А... Включи вебку и выстави скин, какой купить и за сколько хочешь. Так, ну чё, смотрим. Ну чё, когда будете вебку включит, это будет реально очень круто, если он прямо сейчас ради этого видео включит вебку, прикиньте. Блин, у меня такое ощущение, что он как будто без одежды. А чё он так долго вебку включает? Говорит, ща включу. Ну, наконец-то дождался, Дед Мороз, ура. Дед Мороз, ура, наконец-то дождались. Сейчас, братан, после катки выставим все. За сколько хочу. Да, это получается проверка на этого. На совесть, да? На совесть хорошая, всегда берет. А, он спалил, он сразу спалил, видите? За сколько лучше выставить? За много или за мало? За 3К? Думаешь? За трешку? Да, можно, в принципе. Не, ну он какой-то слишком наглый. Я ему, скажем, стишок какой-то новогодний рассказал. Вот тогда я куплю скин за 3К. Потому что мне что-то не нравится, когда относится к Дедушке Морозу. Так, ну чё, я ему прямо сейчас еще один донатик отправлю. Смотрите, что я напишу. Выходи из скатки и выставляй скин. Главное, не наглей. И кидаем ему еще 50 рубликов. Что, выходи из скатки, выставляй скин, главное не наглей. Не наглей? Дедушка Мороз, спасибо, братан. Спасибо, братан. Он вышел! Не наглей. Это что-то значит. Не наглей, это что-то значит. Там какая-то сумма, наверное, определенная должна быть до чего-то. Так где ведь тайдай мне нужен? 3-4К. Да, братан, много, мне кажется, много. Мне кажется, там что-то мало, там мало, мне кажется. И пушки. Блин, не наглей. Ну это нужно самому придумать. Че я чат читаю? Че я слушаю чат? Нужно самому. Короче, я ему написал просто не наглей, и он думает, что это какой-то челлендж, что я покупаю скины до определенной суммы. Нет, 1200. Ой, заблюр. Блин, заблю. Братва, я такое не могу показать. Это будет у меня в ТВ-канале. Этот вообще, это не мой донат. Так, ну что, он выслал скинчик. Ну не наглёшь, ну типа, и не много, и не мало, среднее, что-то среднее, 603. Ну давайте, ща купим. О, Дед Мороз существует, спасибо, брателла, спасибо. А шалеть, 1779 голды. Теперь я могу... Короче, мечтаю ребенка исполнила. Спасибо большое, Дед Мороз. Спасибо большое, Дед Мороз. Обожаю тебя просто. Существует. Настоящий. Слушай, ну сейчас будет очень интересно. Я залетел на стрим Картикзи. И мы посмотрим на его реакцию. Ну что же, погнали мы кидать донатик. Донатик пришел. Давай, мужик. Я себя хорошо вел, поэтому оставляй скин за сколько хочешь, я куплю. Ну, брат, давай так, чтобы спасибо огромное, Дедушка Мороз. Здравствуйте, спасибо за донатик. А почему Дедушка Мороз предлагает мне купить скин за сколько хочешь, но при этом кидает минимальный донат 50 рублей? А чё это мало, 50 рублей? Это, между прочим, можно два раза на проезд потратить, пачку доширака купить, а может даже и две пачки. Дедушка Мороз, давайте вот такой вот выставлю юсп за... Давайте за 7 тысяч. О, как дорого! Много. Давайте за 5999. Ну ладно, я куплю. Я же сказал, я покупаю сегодня все скины. Все, купил. Бомбит. Хана, братва! Как же это дорого. Опа, смотрите, он в шоке! Ты чё сказать не мог предупредить, а? Ёб налево, я на 20-ку бы выставил. А ты печеный, блин. Ты что сказать не мог, а? Я, блин, за 20-ку поставил. Контента тебе сделали. Трусы бы порвал. Блин, заколупали со своими непостановочными видео. Не снимать, нифига. 20-ку выставил, мне и тебе хорошо. Ну тебе точно хорошо, мне так себе. Сказать не мог, я не поёба. Давай за 0.3 назад сливай. Говорю, за 0.3 назад не сливай. Заняться нечем. Ну быстро слив. По фулу назад, я скажу, быстро назад. По фулу сливаю. Слил по фулу слил. Смотрим его реакцию. Юст назад отдай, я говорю. Это подарил подписчик, клянусь мамой. Это подписчик подарил маме. Ну всё, ну отдал, я тебе отдал его. Вот смотри, подарок был.
Ну, если подарок, я ему отдал. Индивидуум. Да ты или чё? Как я еще вообще выставил, блин, я вообще не хотел выставлять, я чисто, ну, как-то чуть-чуть для контента, чтобы поинтриговать немножко зрителей выставил. Я даже не знал, что кто-то купит. Не, ну реально, спасибо огромное. Не, спасибо, получается, я в плюсе, да? Да, конечно, в плюсе! Ну да, 2000 голды мне досталось. Спасибо за 2000 голды. Слушай, еще 2000, а я 6к потратил, у него 2000. Ну что же, ребятки, вот такое вот вышло видео в итоге. Кенту пока остался нищим, но знаете что? Вот этот вот фаб, что мне подарил Терс, я хотел бы подарить кому-то из вас. И чтобы получить совершенно бесплатно, вам надо прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал и самое главное, подпишитесь на мой телеграмчик, ссылка в описании. Именно там я подарю кому-то из вас фаб. Ну что же, ребятки, с вами был ваш Кентуха. Всем хорошего настроения. Всех с наступающими праздниками. Всем удачи. Всем пока-пока.